Привет! Скоро день Святого Валентина, день влюбленных. Вот, день влюбленных будет. И я вот так вот подготовился, подстригся. На взрослого похож. И мы будем делать сердечко, корзиночку. Для этого нам нужен фетр, ножницы и клеевой пистолет. Нам надо вырезать два таких сердечка на фетре. И для этого нам надо вот этим мелком обвести два сердечка надо. Теперь эти два сердечка надо вырезать. Начинаем вот это. Сердечки мы уже вырезали, вот такие красивые они. Теперь нам надо вырезать вот такую полосочку, чтобы оно было вокруг сердечка. Вот так вот. И нам теперь надо его вырезать. Для этого нам надо обвести мелком. Ширина этой полосочки 3, а длина 23. У вас может быть другая. Я буду вырезать уже вот эту полосочку красную не вот этими ножницами, будто не менее неудобно, а вот такими теперь, для материи. Так, начинаем отсюда. Полосочку мы вырезали. Теперь надо согнуть вдвое. Так. Согнули. Теперь надо провести мелком вот тут посередине. О! Теперь самое главное. Берем клеевой пистолет и аккуратно вот тут проводим клеем. Аккуратно. Сердечко и вот этим пыптиком вот так вот и ждем, когда оно приклеится, и дальше оно вот так делаем, вот так и держим. Вот так получилось. Вот теперь клеим вторую сторону. Мы наносим также клей, только вот так вот. И приклеиваем так же, как и ту сторону. Чтобы вот тут было место, чтобы можно было положить что-то. Начинаем клеить. Корзиночка почти готова. Вот, туда можно положить что-то. Я вырезал вот такую полосочку. И ее надо приклеить с двух сторон. С левой и с правой. Начинаем клеить. И надо аккуратно. Второй раз напоминаю. Так, приклеиваем, и надо подержать. Так. Левую мы сделали, теперь правую. У меня есть вот такие три цветочки, и я ними украшу вот эту корзину.
корзиночку. Я вот так вот приклею вот эти две, и вот тут вот. Вот так будет. Так, берем клеевой пистолет и намазываем клей. Так. Первый. Не проклеили. Так, второй. Второй мы проклеили. И маленький, третий. Вот, я еще украсил бусинами. Их тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И думайте, что я туда еще положу? Конечно же, конфеты. Вот, 4 конфеты положу. Все, корзиночка готова. Ее уже можно дарить. А вам всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ждите новый ролик.